Средний рычаг. Луна, Мидгард, Солнце. Луна, Мидгард, Солнце. Правый рычаг. Средний рычаг. Средний рычаг. Средний рычаг. Тяни правый. Луна слева, Солнце справа. Средний рычаг. Левый. Средний. Луна, Мидгард, Солнце. Луна, Мидгард, Солнце. Левый. Правый рычаг. Средний рычаг. Левый. Средний рычаг. Левый. Останови эту цепь! Да! Я не знаю! Я знаю, что делать! Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Зато ты спасся. Это было умно. Что приготовил для нас? О нет! Защитная руна Фрей смылась! Что же делать? Продолжать путь.
Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да! Ты уверен? Уверен, точно! Хорошо, целься в лицо. Но мы же боги. Видал я и побольше. Ха, жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша?
Отец, посмотри на это. Йорф. Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А... Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов. Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Идем, куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Делу. Ну, заходи, когда что понадобится.
приведем вас в порядок. Парень! Чего хочешь? Похоже, все в порядке. Что на этот раз сломали? Обаяние, конечно, тоже защита, но зачем испытывать судьбу? Это поможет в трудный момент. До встречи где-нибудь.
Чего изволите? Надеюсь, вы довольны? Тебя не отхватит по кусочку. Так, и вот еще. Thank you.
Скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго. Но теперь тебе придется хранить наш. Прочесть можешь? Слушаюсь. Я могу прочесть. Тут сказано, что в Муспельхейме, огненном мире, находится вызов Сурта. Это ритуал призвания? Или серия испытаний? Надо будет выяснить. Наш юный бог не знает страха. Я не могу прочитать. Ha ha ha!
готов. Это ведь все, да? Что это значит? Слушаюсь. Я могу прочесть. Тут сказано, что в Муспельхейме, огненном мире, находится вызов Сурта. Это ритуал призвания? Или серия испытаний? Надо будет выяснить. Наш юный бог не знает страха. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты, по своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное — выполнить просьбу твоей матери. Никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. О, а я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа — хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Что тебе может не понравиться. Похоже, тебе ничего не нужно.
Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня.